Научный факт. Глаза у травоядных располагаются по бокам головы, чтобы видеть опасность. Глаза у хищников спереди, чтобы видеть цель. Для меня самого это как гром среди ясного неба. Так цинично продаст наш кооператив. Эдуард Зверев, у меня здесь гараж. Цель хищника – жертва, в теле которой пульсирует кровь. Вы сносите гаражный кооператив «Березка». Да, я этим оказываю городу огромную услугу. У нас в этих гаражах вся жизнь. Я лично займусь этим делом. Что является кровью современного общества? Увеличим сумму настолько, чтобы и не на что было строиться. Деньги. 50 тысяч. Почему сумма такая смешная? Я этот гараж собственными руками строил. А я его собственными руками купил. Не знаю, где вы были в это время. Где? Запой. Заболевание у меня серьезное. Клептомания. Тяжелая форма. Сам заразил, а еще Севитер ржет тут. Ты с нами? Мне нервничать нельзя. Дезертир. Судя по следам борьбы, работали профессионалы. Ну что, пойдем? Здрасте. Ты не психун. У нас твой кобель. Он у них. Безымянный палец самый бесполезный. Ну что? Кто будет рубить? Мне нервничать нельзя. Нет, я не могу. Давайте я. Только не он. Ладно. А? Готов? Готов.